Сегодня в Москве открылся 10-й национальный конгресс эндокринологов. Очно или онлайн в этом представительном форуме участвует более 3000 специалистов из России и других стран. В приветствии, которое в адрес конгресса направил президент, отмечено, что российское здравоохранение переживает период перемен, связанных с новыми разработками. Особое внимание в ходе сегодняшней дискуссии было уделено лечению диабета. Новый взгляд на происхождение диабета первого типа, который еще называют аутоиммунным, предложил главный эндокринолог нашей страны, академик Иван Дедов. В чем новая концепция? Сегодня нет генетических предикторов, которые прямых, которые определяли бы, так сказать, риск заболеть сахарным диабетом. Нет. Иммунная система в полном порядке. Главным звеном слабым в системе обеспечения мозга и вообще энергетического кризиса является периферическое звено – бета-клетки.